Стой, 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 я не заражен, не стреляй. Так, помоги мне. Так, меня кинул мой отряд. Что? Почему? Вояки устроили геноцид, я был против. Меня кинули в этой дыре. Закрой рот. Извините, помогите, я просто хочу выжить. Дважды повторять не буду. Понял, понял, молчу, только нет. Ты убил его? Он просто просил помощи. Зачем так-то? Такой регламент. Это неправильно. Здесь я отвечаю за безопасность. И я решаю, что правильно. Контакт с Ситцем слишком большой риск для нас. Как ты можешь быть уверен, что он заразен вообще? Мы же даже не проверили. А как ты можешь быть уверен, что он здоров? Да и ты не знаешь, сколько он здесь пробыл. Так что не тупи. И пойдем уже. Что ты делаешь? Это ты? Пугал. Да я так, ничего, просто... Ты здесь все посмотрел? Да. Хорошо, не отставай тогда. А то серенький волчок тебя укусит за ночь. Скоро стемнеет. Срежем через лес. Так что гляди в оба. Погоди, погоди. В смысле через лес? Нам же велено вернуться дорожным маршрутом. В инструктаже так сказано. А у тебя что, есть идеи получше? Ну да. Мы же следуем регламенту. Следуем. Но если сейчас пойдем по дороге, то велик шанс, что нас отследят. Вперед. Заебали. То следуем правилам, то нет. Пиздец. Как можно быть таким душнилой, чтобы тебя свои же кинули? Сто пудов начал говорить, что пожаловаться потом. Ха, дебила кусок. Да, таких отстреливать надо. Еще и заражен, скорее всего, был. После аварии? Ага, вот и отправляют нас подыхать, как мухи за этот синцилиум. Наверное, пытались свалить отсюда. Но вместо дороги поехали через лес. Ебанутые. Наверное, регламенту следовали. Давай-ка не пизди тут. Ты лучше Сицил проверь. А то борзой какой. Не хочу из-за чьей-то тупости застрять тут еще на сутки. А вы, что тут пиной горло? Прием! А? Че, никогда трупов не видел? Говорю, груз в порядке, в чемодане твоем. Да-да-да, все нормально. Взлетим. Это хорошо. Так, где же она? Тут должна быть метка на дереве, я уверен. Не говори, что мы тут застряли. Не застряли. Нам в любом случае туда. Идем. Пока мы не заблудились, может, вернемся назад? На дорогу. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мы так долго ходим. Давайте отдохнем немного, я уже с ног валюсь. Не мороси, давай просто я понесу. Тихо! Что там? К оружию, быстро! Стоять! Кто идет? Не стреляйте, прошу, опустите оружие. Мы идем своей дорогой. Не надо, не надо проблем. Мы хотели поохотиться. Вдруг дичь прилетит. Охотники, что ли? Ну, типа. А вы же военные. Туда идете, там ничего нет. Вас не касается. Стволы на землю и разойдемся. Воу-воу, не горячись, все будет нормально. Вы же из города идете, к своему кораблю? Ты следил за нами? Нет, нет, на кой мне? Просто многого стало прилетать. Возьмите нас с собой. У нас нет места. Места нету на здоровом беспилотнике? Дважды повторять не буду. Стволы на землю. Ладно, пойдем. Без проблем. Бросай оружие. Тут темнеет раньше, чем везде. Будьте осторожны. Я сказал, стволы на землю. Угу. Ночью в лесах лучше не бродить. Вот же охуевшие они. Да это местные. Думают, раз мы на их земле зарабатываем, то им с этого что-то должны. У нас же реально куча местных. Не для них.
Они, может, уже сицы. И возиться с ними не особо хочется. Руки марать. А кому нужны такие опросы? А кто будет говно убирать с улиц? Чтобы им еще и зарплату платить. Пусть лучше тут гниют. О, кажется, один доохотился уже. Дышит? Пока не знаю. Тут что-то... Гранат!